Когда строят крупные компании, это очень здорово. Когда строят и вкладывают, инвестируют малое или среднее крестьянско-фермерское хозяйство, это вдвойне здорово, потому что для нас очень важно, чтобы доля малого и среднего бизнеса в валовом региональном продукте и района, и Пензенской области, он был значительно выше. И это большой вклад в экономическое развитие и Каменского района, и Пензенской области. Очень важно, что созданы рабочие места, и мы понимаем, что птицефабрика сильная, что несколько миллионов штук яиц в год будет производиться здесь. Потребность в этом очень-очень большая. Поэтому вам огромное спасибо. Во-первых, семье Кузяковых, они очень дружные. Мы их знаем по кондитерской фабрике «Ванюшкины сладости». Они у нас одни из лидеров в нашем регионе, да и в России в том числе. Продукцию их знают в России, даже в зарубежье, и в дальнем зарубежье, в том числе и в Китае. Но то, что они сейчас погрузились в работу в сфере сельского хозяйства, построили эту птицефабрику, которая будет работать на экономику и Каменского района, и Пензенской области, за это вам огромное-огромное спасибо.